Здравствуйте, дорогие учителя, ученики и гости нашего лицея. Сегодня с вами, как всегда, ведущий я и Ваня. Татьяна, здравствуйте. Добрый день, дорогие гости нашего сегодняшнего праздника. И сегодня я рад поздравить вас всех с этим замечательным праздником, Днем Учителя. И первыми поздравить наших дорогих учителей спешат наши новые друзья, 6-й Л-класс. Встречайте! Оттачиваются художественные навыки. И, чтобы не быть голословным, приглашаю на сцену наш очаровательный 9М.
Какое замечательное поздравление! После него мы абсолютно точно знаем все мечты наших дорогих учителей. Но на этом поздравления 9М не заканчиваются. Ребята настолько талантливы, что у них одинаково хорошо получаются и веселые, и лирические номера. Итак, встречайте, Наташа Михненко. Мои струны души звучали в унисон с этой проникновенной композицией. И теперь мы постепенно переходим к нашей тяжелой праздничной артиллерии. На сцену приглашается сборная команда 11 М и 10 L класса. Встречайте! Семьи по основанию 3. О, лицеист родился. Но после того, как он родился, он пошел в детский сад. Максимка, домой, обед. Ангелина, кушать. Сколько можно повторять? Ты голодный хочешь остаться? Игорь. Игорь! Игорь! Ну а после детского сада ребенок переходит в школу. В школе будущего наверняка изменится многое. Что,
например? Ну как что? Когда-нибудь настанет великий момент, и все ученики лицея поместятся в наш актовый зал. Фантазер, как же ты это сделаешь? Ну как? Нанотехнологии. Но одно останется неизменным. Итак, представьте, обычный урок в школе будущего. Очень тяжело втянуться в предмет, если ты пропустил всего одно занятие. А тебя что, вчера не было-то? Да я всего одну лекцию пропустила. Что будет-то? Не знаю, не знаю. Итак, тема сегодняшнего занятия плавно вытекает из двух предыдущих. Записываем его тему: теория гомогенных и гетерогенных процессов в гидроксиде бериллия. Так, подождите. А где химия — это наука о веществах? Таблицу Менделеева придумал Менделеев. Сера плюс водород. Сероводород. Мы это прошли на первом занятии. А это третье? Кто мне назовет формулу гидроксида магния? Да как так-то? Открываем 254-ю страницу учебника. Сколько длилось предыдущее занятие? Можно выйти? Просто... Ари, ты рискуешь. Просто запомните, что химическая реакция, протекающая в пределах одной фазы, называется гомогенной, а на границе двух фаз — гетерогенной. Жалко. Что жалко? Жалко парня, который вышел. В школе будущего преподавания истории станет более прикладным и доступным обычному ученику предметом. А сейчас мы вам покажем, как среднестатистический ученик школы будущего представляет себе завоевание Руси монголо-татарами. В школе будущего может случиться и такое. Представьте себе такую картину. Директор школы забирает своего сына после урока. Ну, сынок, как твои успехи сегодня? А я пятерку получил. По математике. Единственный в классе. Моя школа. Итак, во дворе я не дарю... В недалеком будущем во дворе недалекой школы. Изменится практически все, но одно останется неизменным. Это наша любовь к дорогим учителям. С Днем Учителя! Они поздравляют нас песней. Ни одна дискотека не обходится без их выступления. Теперь лицеисты на вопрос, сколько же существует законов Ньютона, с уверенностью отвечают. 4. Итак, встречайте, 4-й закон Ньютона в обновленном составе. Thank you.
заболела опасная. Я сказал, что заболел. Системы и крови остоя массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Системы и крови остоя массивы. Я ухожу, ухожу красиво. У меня все будет класс, я сейчас все напишу. Класс зашел как системы и кроме оскоря массивы. Я наложил, наложил красиво. Системы и кроме оскоря массивы. Я наложил, наложил красиво. ВСУ я подучил, поведу посчитал. Каждым следующим выступлением мастерство наших очаровательных лицеистов в законе неудержимо растет. Скажем спасибо им за такой замечательный номер и будем с нетерпением ждать следующих выступлений. Как вы знаете, сегодня в нашем лицее прошел день самоуправления. Теперь мы понимаем, насколько ответственно и трудно быть учителем. Это бесценный опыт, который получили сегодня ни много ни мало 35 наших старшеклассников. Слово для поздравления предоставляется Терехову Павлу Станиславовичу. Сейчас нету Павла Станиславовича, скажу за него я. Выдалась мне наконец-то такая возможность. От лица директора нашего структурного подразделения лицея мы хотим всем нашим старшеклассникам, которые приняли участие в Дне самоуправления в качестве учителей, вручить вот такие вот трудовые книжки с записью, в которых указано, что они сегодня у нас какой предмет преподавали. Вот. И что мы их принимаем с радостью на работу. Итак, сюда на сцену приглашаются Гринин Олег. Мичинский Даниил. Будкевич Артем. Сидоренко Ольга. Попов Александр. Волик Иван. Котельников Ростислав. Самойлова Марина, Химанович Александр, Бугеля София, Тимофеева Анастасия, Титов Семен, Бульчук Никита, Феронов Александр, Якущенко Дарья, Задольная Светлана, Постников Григорий, Чубраков Федор, Ширяшкин Максим, Шорникова Анна, Наговицына Елизавета, Русинова Анастасия,
Королёв Александр, Николаев Иван, Рябина Мария, Сергеева Вероника, Попов Иван, Отрезенко Ангелина, Степкина Татьяна, Губанова Елизавета, Паньшина Полина. Ну, те, кто на концерт не зашел, мы им обязательно передадим наши книжки. Вот слово для поздравления какого-то такого особенного передается Павлу Станиславовичу. Ну, мы завершаем, да? Да, сегодня у меня слово завершающее, обычно оно стартующее, но тем не менее. Завершающее именно потому, что вот этот вот важный акт передачи трудовых книжек состоялся именно в конце концерта. Антон Захарович, сделайте, чтобы я не звенел, пожалуйста. Спасибо. Итак, дорогие учителя, я вас от всей души поздравляю с этим праздником и хочу сказать вам огромное спасибо за тот мостик, который вы перекидываете между детством, юностью и взрослением наших замечательных лицеистов. Большое спасибо. И вот эти вот книжки — это свидетельство того, что этот мостик начинает обретать материальные какие-то очертания. Галина Алексеевна, пожалуйста, зарплата, это чуть позже. Я с ними рассчитаюсь другими формами. А вот, и дорогие лицеисты, вам тоже хочу сказать огромное спасибо, потому что вы помогаете нам, вашим учителям, всегда оставаться молодыми. И это очень дорогого стоит. Далеко не все взрослые люди могут иметь такую возможность постоянно купаться в ваших улыбках. И поэтому большое вам спасибо еще раз. Антон Захарович, мы завершаем наш концерт. Сегодня особенный день, все освобождаются пораньше. Поэтому желаю всем хороших выходных. И в понедельник будем ждать вас обратно. Всего доброго. А преподавательский состав быстро-быстро собирается.